Черниговский маньяк, он же маньяк с лопатой, так прозвали Александра Сергова, который равнёхонько в день рождения фюрера в 2010 году убил троих человек сапёрной лопаткой и покалечил одного. Все погибшие были людьми пожилого возраста. Нападать на людей Александру приказал, как он рассказывал позже сам, голос свыше. Что неудивительно, так как он стоял на учете психиатрической клиники с диагнозом шизофрения. Задержать маньяка удалось на следующий день с помощью фоторобота, составленного по словам выжившего после нападения мужчины, которому Сергов отрезал лопатой ухо. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Сергова психически больным и не осознающим своих действий. В суде он был признан неподлежащим уголовному преследованию и отправлен на принудительное лечение с усиленным надзором. Точных данных о его местоположении в настоящее время нет. Мнения о его дальнейшей судьбе расходятся. Кто-то считает Сергова находящимся в клинике, а кто-то – тихо гуляющим среди обычных людей.